Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Суслик, спасибо большое. Ребятки, слушаем трек. Классно, да? Шикарная музыка, да? Baby, малышка, на члене трюк-трюк. Слушай, очень классно исполняет, да? Вот мне нравится вот такой тембр голоса. Вот мне нравится, как он исполняет. Мы не в первый раз слушаем его, да, его треки. Мне его голос очень нравится, очень красивый, да? Скажи, такая манера исполнения красивая, да? Да, мягко очень. Очень нравится, очень. Я это исполнителя помню. Мы осуждаем голос запрещенные знакомый. Вещества. Да, мы осуждаем запрещенные вещества, ребятки. Все, что с этим связано. Голос очень красивый, ребятки. Еще раз повторюсь. Тут два будут артиста, пока Рокет поет. Давай. Первый. Baby, малышка, на члене прикрыл. Покупаю лик, это мой новый план. Неважно, где все знают мой ник. Я играю ауранды, мне похуй на пили. После инсхит, но я голодный псих. И все мои пацики ready to eat. Я курю шмаля, ведь это не чип. И ебать, но там за спиной прямый чип. Baby, малышка, на члене прикрыл. Покупаю лик, это мой. Ну, шикарный голос, ребятки. Очень красиво исполняет. Очень. Еще, ребятки, повторюсь, я слышала эту группу, ребятки. Мне она очень нравится, ребятки. Это музыка... не группа, а один исполнитель. Ну, а музыка красивая, да? В начале трека. Вообще классно, да? Так все красиво придумано, да? Угу. Такие красивые лайфхаки, да? Вообще молодец. Очень талантливые. Очень талантливые. Baby, позвонит, если нужен специалист. Покажется миссия. Очень красивый голос тоже, такой нежный, да? Ну, вообще красиво читают, да и поют. Молодцы, ребятки, прям вот замечательный голос. Прям слушать, аж прям сладко поешь. Молодец. Я завершил все эти мысли, точнее, в связи по пусты сообщил об упырь. Последний издание на руку свиты, все я куплю Виктория Сик. Управляю ритмом, будучи скинер, я бы ее киднет. Привел бы ее на проспект, для нас они в роли помех. Даем энергию, а что они дают замес. Всего лишь память, ради себя мы готовы. Шаг против уже планы, но я их отставил. Но хоть было сделал, ведь днем это пара. Baby, малышка, на члене прикрыл. Покупаю лик, это мой новый план. Неважно, где все знают мой ник. Я играю ауранды, мне похуй на пили. После инсхит, но я голодный псих. И все мои пацики ready to eat. Я курю шмаля, ведь это не чип. И ебать, но там за спиной прямый чип. Baby, малышка, на члене прикрыл. Покупаю лик, это мой новый план. Неважно, где все знают мой ник. Я играю ауранды, мне похуй на пили. После инсхит, но я голодный псих. И все мои пацики ready to eat. Я курю шмаля, ведь это не чип. И ебать, но там за спиной прямый чип. Так, друзья, молодцы, ребятки, очень хорошо исполнили, очень красивый голос у вас, ребятки, молодцы, у обоих очень красивые голоса, немножко тембр разный, ребятки, у вас, но они так у вас классно звучат, вы молодцы, ребятки, мне понравились ваши голоса, умницы, умницы большие, красиво, модно исполняете, ребятки. Прям профессионально исполняете. Вы знаете, что вот такое исполнение сейчас очень стильно, ребятки. Музыка очень стильная, очень красивая, нежная. Вот это инструмент какие-то такие. Классно. Молодцы, ребятки. Слушаем следующий трек. Сразу скажем, да. Что мы осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано, ребятки.
Очень красивая музыка. Вначале как-то непонятно было, что это вот к чему, что такое, да? Звук такой какой-то вот непонятный. Как будто какой-то крик мне показался или что-то еще, ребятки. А потом вот и трек начался, и уже музыка пошла. Да, это просто как вступление было такое, да? Чтобы нас, зрителя, насторожить немножко, ребятки. Но трек об этом тоже. Что в каждом человеке живет какой-то типа сущности. Вот об этом. Но, ребята, голос очень красиво исполняет. Очень красивый голос, классный, ребятки. Давайте слушать дальше, что о чем трек, ребятки. Что меня уебал крылатый грифон, самолет бесконечной свободы. Скоро наступит война, взойдут из глубин темные лорды. Измимое зелье в нем заключается три аномальные формулы. В первой есть сила царя Соломона, во второй руне заключается скорость драконов. Третье — превосходство магии гномов. Ребятки, красивый голос, да? Красиво исполняет. Знаете, необычно, да? И вот этот голос женский, да, вот он... За кадром, как будто якобы, да, красиво тоже, да, подпевает, да, и все это очень красиво смотрится. Да, и содержание текста на сказочную тематику, да, про разных, да, очень существ интересно, сказочных. Да. Интересно, необычно, да, ну, вообще необычно, интересно слушать, да, действительно, как сказка. Мне, да, вот кажется, вот эта группа «Тяжелая атлетика», если бы они немножко поменяли, у них вот треки в основном, там содержание такое на любителя, если бы у них такие шикарные голосовые данные, если бы они немножко пошли в русло более приемлемое по содержанию, они, наверное, очень популярными были бы. Но они сейчас с миллионами просмотров. Нет, но они сейчас популярны. У каждого своя вот именно вот, как сказать, свое направление. Вот у них это направление, у них свой зритель есть. У каждого направления, у каждой группы свой зритель. Он же шикарно. Мне нравится, я слушаю с удовольствием. Сир в порталы юбийских гордонов. Я вошел в царство темных лордов. Их было двое, один крылатый, похож на фантома. Второй либо сидел на стероидах, над ними парил по следами грифон. На шее амулет припаркован. Я выпил зелье и стал бесподобным. Тысяча бесов напали, но их все убили. Дальше два лорда, битва была примерно 3 года. Я понял, что до победы осталось недолго. В итоге хедшот и грифон дал по съемам. Я атакую вам не сквозь. Скорость магия гномов, сила царя Соломона. Походу пизда настала грифону. Трактирщик залупался, нихуйно наперла санлома. Накинул наплечник с кожей косули, рот сполоснул солевую водицей. Рыцарь, покрытый мехами, себя собирал по крупицам. Поднял голову, увидел ту битву. Воры и тролли сжигали молитву, сжимали свой сфинктер, касаясь глазами друг друга. Один вспоминал про подругу, руки-ноги забыл он на грудник. Убогий воин, он помнит, как путник сказал. Потом ему пах полезал, вспоминал по низам каждую песню. Барды играли на лестнице и потребляли гусят. Потом поносят под забором, тут волки напрыгнули стоя. Сказали лежать, не кидай нам кусту. Красивых ребят из северных гор. Потом кто-то въебал в гон, как Кинг-Конг. Пролетел тут... Ребят, очень много персонажей, да, уже Кинг-Конг появился, да. Маги, волшебники. Очень интересная история, да, прям как будто какой-то, действительно, какую-то вот сказку, да, не сказку, а вот
Ну, что-то такое интересное рассказывают, да? Интересно. И немножко слушать. Трешачком. Да, в обязательном порядке. Да. Потому что голоса... это обязательно содержание этой группы. Да, голоса очень красивые, да? Шикарно, мне вообще нравится. Мне интересно слушать. Голоса у них, да, крутые. Под грифом с мешком посыпал порошком, подмигнул мне, скинув перышко счастья. Я достал арбалет, пару стрел пустил, но вслед не попал. Только снежные камни с гор поронял, всех окутало нахуй. Лишь толстые знахари знали, в чем дело. Осветили все членом, посыпали стену. Еще пару лет прошло, в пизду порошу. МДМА — это счастье в чистом виде. Это жирнее, чем совки селить на победе. Чем шаги не у Армстронга по луне, чем все курсы Арнольда на тестостероне. У тебя забрали полтос и весь кэш, что в один Гурченков и брони. Потом на пятый поджигали на Ярославке в Хронике. Ебал ваши компасы. Слушай, мне очень нравится, как он читает, да? Тут три исполнителя. Да. Сейчас, кажется, третий голос подключился. Скажи, как красиво читают, да? Ну, у них голоса похожи все равно, да? Ну, в одном стиле, да. Да. Похоже, мне нравится очень, очень нравится такая музыка, да. И вот ну вот и в голос... том-то и прикол, понимаешь, что у них очень красивая музыка, очень красивые голоса, но у них очень скандальное содержание треков. Здесь еще вообще, можно сказать, 1% того, что мы слышали. Это и скандальное вот, содержание, да. И вот этот голос, да, с музыкой вместе, красиво, да? Вообще, очень... Стольники в бинго-бум, ярко светят моники, расплываются. Стартер сгорел, орёт сигнализация. На квадрате обмываемся в тапки с ярославскими пациками. Атлетика валит душевно, зовите на концики. Почитаем даже на излётах и коксанные. Ты просишь насилия, на тебе дублены в бутсах. У гарда напрягу била. Нахуй посылаю какого-то дебила. Леща вешаю, беру себе пиво еще. С кухни тащит Джеймисона, выносиком щелочью. У парней напряжение поручни. Загорелые шкуры на корочке, евро-бюкор. В гостиной ебошит битдаун, хардкор и плавит сагар. Шварки на рожгат, запарил какого-то шкальника. Ты вскрываешь нас, тебя за волосы таскали. Подтягиваются чехи на эскалайде и кэжуэ. Из колонок звучит Максимилиан. Ребятки, очень интересно слушать, как история, да? Вот скажи, мне интересно было слушать. Я вот прям к каждому слову прислушивалась. Интересно, ребятки, мне понравилось. Музыка очень красивая, да? Скажи, как красивая музыка. И голос какой прям вот пел, да? Красиво. И ребята хорошо исполняли. Так все классно, профессионально, интересно. Красивая задумка. Мне нравится. С удовольствием послушала. Да, голос разбавлял эту жесткую историю. Да, ну, шикарно женский получилось. Вокал. Шикарно получилось. Очень талантливые. Талантливо, да. Ну, это профессионалы. Здесь с этими не поспоришь. Это профессионалы. Мне понравилось. Я с удовольствием слушал, друзья. Спасибо большое. Интересно. Пока, друзья.